что тебе больше всего нравится в Масленице? Есть блины. А с чем? С капустой. Широкая Масленица в Химках. Во всем городском округе для жителей провели масштабные народные гуляния. Главной площадкой праздника стал парк имени Толстого. Для гостей – угощения, соревнования по дарцу и амрестлингу, перетягивание каната, веселые старты. Глава Химок Дмитрий Волошин вместе с общественниками и депутатами оценил готовность каждой площадки. Лично принял участие в приготовлении блинов и метании валенок. Сегодня мы провожаем с вами зиму и приглашаем в наши дома и сердца весну. Пусть в каждом доме и в каждом сердце сегодня придет весна. С праздником, дорогие друзья! Кульминация – масштабное фаер-шоу и сжигание чучела Масленицы. За происходящим наблюдало несколько десятков тысяч человек со всего городского округа. До этого я на Масленице была на Манежной площади. Было там весело, но здесь мне понравилось больше. Здесь веселее, интереснее. В этом году праздник был на высшем уровне. В прошлом году он также мы присутствовали, все было отлично. Но в этом году еще было фаер-шоу, огненное шоу. Все остались под впечатлением. Это было очень-очень эпично, незабываемо, очень красивое было. Народные гуляния в эти выходные прошли во всех микрорайонах округа. Парковая зона «Экоберег» на левом берегу встретила гостей обширной развлекательной программой, конкурсами, играми, вокальными, танцевальными номерами. Поздравили химчан представители территориального управления и трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Рисова. Праздник, он необходим для народа. Вот эти пляски, веселье, поднять тонус, настроение. Праздник на самом деле веселый, хороший, добрый, позитивный. Очень много детишек. И им вот эти сладости, я считаю, что это праздник настоящий. Праздник с размахом отметили в микрорайонах Сходня и Планерная. Химчан развлекали профессиональные аниматоры и творческие коллективы. Жителей Планерной поздравил депутат Совета депутатов Ханаглан Алиев и участница Евровидения Юлия Самойлова. Настроение у меня такое вот радостное, и хочется прямо вот встать посередине и танцевать. Вот так. Праздник мне очень нравится, и уходить даже не хочется. Сходили, покушали, очень вкусно, ели со сгущенкой, с медом. Вкусно очень. В этом году химчане приготовили и съели почти 30 тысяч блинов. Теперь сытые и радостные с нетерпением ждут, когда весна вступит в свои права. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Николай Забродин, служба новостей.